Искусство с азартом. В Барнауле через пару дней откроется 9-я по счету экспозиция молодых живописцев, скульпторов и дизайнеров со всей Сибири. Молодые творцы, почти 300 человек, представят порядка 600 работ. Посмотреть их можно будет сразу на нескольких площадках. Это стало возможно благодаря поддержке президентского гранта в 2,5 миллиона рублей. В выставочном зале музея «Город», кстати, уже вовсю идет настройка оборудования и оформление площадок для проведения лекций. Гости мероприятия смогут не только полюбоваться работами на стенах, как это было раньше, но и увидеть их на передвижном мониторе. Также будет возможность поучаствовать в мастер-классах, послушать тематические семинары об искусстве. Самые лучшие работы художников и дизайнеров по правилам проекта перейдут в дар Государственному художественному музею. Интересные научные работы искусствоведов будут опубликованы. Знакомимся с этими статьями, их читаем, и надо сказать, что работа эта очень серьезная и действительно достойная публикация в самых, так сказать, серьезных изданиях. Но победитель нашего конкурса традиционно публикуется в журнале «Культура Алтайского края». Добавим, что открытие выставки пройдет 14 марта в 14:00 в выставочном зале музея «Город».